Швеции открылся сезон увлекательных соревнований по свимраннингу. В необычных состязаниях приняли участие 240 команд. Каждая состоит из двух человек. Команды делятся на мужские, женские и смешанные. Спортсменам пришлось плыть с острова на остров, потом бежать по пересеченной местности в лесных зонах и по огромным каменным валунам, а потом вновь плыть. В отличие от триатлона, в этих гонках бег и плавание сменяют друг друга несколько раз. Тем самым задача спортсменов усложняется. Им приходится бежать, не снимая гидрокостюмов. По данным организаторов, участники гонок пробежали почти 40 километров и проплыли более 5. Трасса проходила через острова Стокгольмского архипелага Раньо, Оле и Утё. Победителями среди мужчин стали братья Юнас и Ларс Экман. Они единственные преодолели дистанцию менее чем за 4 часа. В смешанных командах самыми быстрыми оказались Даниэль Хансен и Кристин Ларсен. При этом братья Экман опередили их на 7 минут. Среди женщин победила команда Аники Эриксон и Элисабеты Пашдоттер-Вестман. Это состязание проходило в рамках отборочного тура перед чемпионатом мира по свимраннингу. По итогам соревнований было отобрано 8 команд. Международный чемпионат стартует в сентябре на острове Утё. А до тех пор пройдет еще 3 отборочных соревнования. Следующее запланировано на 18 июня.